Сегодня мир отмечает Международный день Нельсона Манделы. Он учрежден Генассамблеей ООН в знак признания вклада южноафриканского лидера в дело мира и борьбы за свободу. В июне этого года ООН впервые вручила премию имени Нельсона Манделы. Награду присуждает тем, кто посвящает свою жизнь служению на благо людей. Первыми лауреатами премии стали офтальмолог из Намибии Халена Ндмуй за значительные достижения в борьбе с заболеваниями глаз, а также бывший президент Португалии Хорхе Сампайо за проведение демократических реформ в стране.